Вот что меня поражает, на вот этих холмах, но кроме мест, которые покрыты леском, нет практически ни единого пятачка, который бы не был покрыт виноградниками. Видите, они построили уступы, я забыл, как это называется. Вот, и все, каждый клочок покрыт виноградниками. Вот у меня за спиной здесь, параллельно от этой велодорожки, течет река Рона. Вот.